Всем привет, ребят! С вами снова Демпси, и сегодня мы продолжим проходить Need for Speed Most Wanted PPGA 2.0. Это уже 10-я серия, юбилейная еще одна, в которой я думаю, что мы будем побеждать еще одного босса, поскольку там осталось буквально одну гонку пройти. Это Slap Train, кажется. И буду я это делать, наверное, на римаке, хотя он довольно имбовый, как вы помните из прошлой серии. И сразу же отвечу на вопрос, который у вас возник. Куда я вообще пропал на неделю? Так вот, все просто. Я закончил проходить GTA 3, думаю, ну сейчас, наверное, установлю эмулятор и буду проходить GTA Liberty City Stories. Так вот, нифига, у меня почему-то не заработало. Я уже думаю, может быть, другую версию скачать все-таки. Или на PSP попробовать эмулятор PSP. Потому что хочется все-таки ознакомиться именно с этими версиями, ну то есть со сторисами, а потом уже перейти к Vice City. Ну и к тому же у меня еще не было времени, чтобы записывать Most Wanted PPGA 2.0, поэтому только через неделю я все-таки смог это сделать. Я думаю, не будем о грустном, все-таки видосы продолжаются. Вы не забывайте ставить лайки, я постараюсь их делать так же, как и всегда, то есть понедельник, пятница. Как там оно все будет на самом деле неизвестно, но я попробую все-таки, да. Давайте посмотрим, сколько гонок осталось у этого слэптрейна. А, одна, кажется, да? Сколько там? 7, а нам нужно... Точнее, нам нужно 7, у нас 6. Все правильно. Я предлагаю последнюю гонку пройти на перевертыше. Где он там? Да. Шикарная тачка, только ее перед этим нужно проапгрейдить. Почему нет? Ну и, кстати, да, я тут использую сейчас второй монитор, другой. Теперь это маленький, причем это монитор, который я использовал еще для первых своих видосов. Именно на нем я записывал серию SM2, то есть крутой SM2, который там сейчас является самым первым видео на канале, хотя это не было первым. Первым видео на канале был Майнкрафт, где я показывал вообще свой мир, где там мы с Джонни много чего настроили. Где там у нас прокачка? Что-нибудь доступно? Это я ставил, да? Или я его прокачивал, потому что... Я уже всех этих деталей не помню. Если прокачивал, здорово. Аж удивительно, неужели я заходил и все это ставил? Или ничего не открылось после соперника? А, нет, вот шины. Шины есть. Или я их поставил? Нет, не ставил. Да, шины открылись, тормоза открылись. Вот эти. Ничего себе. Денег много, я думаю, что мы сможем себе это позволить. Минус этого монитора только в том, что он квадратный, хотя для меня это значение не имеет. Главное, чтобы было OBS видно и бандикам, чтобы я понимал, записывается или нет. Ну и еще тут какие-то цвета странные, то есть я какой-то темный, хотя на самом деле яркость я выкрутил на максимум. Ну, такое бывает, да, все-таки монитор TN, старый. 2007 года, кстати, я посмотрел. Давайте все-таки пройдем кольцевую, только на 2 круга, а не на 3, потому что это будет довольно долго. Еще эта мышка, которая у меня почему-то ассоциируется с Шреком и Гарри Поттером и Орден Феникса. Что? А что это было? А можно тайм-код, пожалуйста? Я хочу это пересмотреть. Ну, на записи, конечно, гляну, но потом забуду. Что это вообще было? О, кто-то перевернулся. Кто-то решил потестировать поездку на крыше. БМВ. Эх. Причем это, походу, та самая. Ну да. Это кто у нас? Punished. Да, он будет наказан, только чувствую, что сначала он меня накажет. Да, это будет долго. Конечно, я прокачал тут машину на максимум, всеми деталями, которые были доступны, но... Вы же понимаете, что это уже нечестные условия. И по идее я поехал сейчас правильно. Хотя нет. Блин, я не помню. Мне кажется, что в одном из прохождений... По-моему, мода Hot Pursuit Challenges. Я так и не мог понять, с какой стороны нужно ехать, чтобы было быстрее. Ну да, вот они поехали по той стороне и в итоге меня обошли. Бывает. Но ничего, я уже здесь. У меня есть спидбрейкер. Не знаю, будем ли мы в этой серии покупать новую машину, потому что как только мы победим соперника, сразу же заберем его машину. Я попытаюсь пару гоночек на ней пройти. Может быть, она довольно неплохая. Но на римаке можно пройти вообще весь черный список, это не проблема. Он довольно имбовый. Многие спрашивали, как на нем проходить дрэг рейсинг, и, наверное, не досматривали видео до конца, потому что я это делал. Там сложно, конечно, но возможно. Ты что, издеваешься?
Это BMW, мне кажется, в итоге выиграет. Ой, а ты кто? Ты кто? Ты что там делал вообще? Ой. Да. Наверное, мы уже не победим. Придется делать рестарт. А что там делала машина трафика? Хотелось бы на перевертыше пройти, на холдене этом. Но из-за того, что я тут врезался много раз. Чувствую, это слив. Рестарт очередной. Хотя, подождите. Он как-то слишком медленно повернул. О, я кого-то подставил сейчас пикапом. Давайте. Хотя, какая разница, я поеду вот так. А потом заверну. И так будет быстрее. Чего это я выдумываю? Вот так будет быстрее. Только чтобы никто в меня не врезался. А то я их знаю. Да, у меня не только ОБС слетел, непонятно почему. Так еще и настройки микрофона. У меня появился шум какой-то, хотя его никогда не было. Сплошные проблемы. Ну блин, чел, пожалуйста, я так потел, чтобы тебя догнать, и мне будет обидно. Тем более на чем? Как он это делает? Я бы еще не удивился, если бы это BMW было. О, спасибо, ты сделал правильный выбор. Под хардбас надо тащить вообще-то. И заблокировать. Там финиш. А у меня даже спидбрейкер не восполняется. Потому что скорость слишком низкая. Как же это будет плотно. Чувствую, что вебку нужно передвинуть. Ну, посмотрим, конечно. Ух, уникальный финиш прямо в тюрьме. Стоп, нет. Это не финиш. Это не... Я его подвинул, надеюсь. Я сейчас... Я слил гонку просто из-за того, что подумал, что там финиш. Я просто себе похлопаю. Я просто похлопаю. Я вижу там как бы это... Да, это не финиш, это старт. Ну, в любом случае я слил. Сам виноват. В данном случае слил заслуженно. Я изначально там не должен был выиграть. Он меня пожалел. Но в итоге... О, а можно так почаще? Каждый круг делать. Хотя тут всего два круга. Кому это? Так вот, да, я напомню еще раз. После ППГи мы будем проходить Payback наконец-то. Payback, потом Hit и Unbound. Я думаю, что мы сразу все три части пройдем. Ну, в смысле, по очереди. И чтобы к этому вопросу уже не возвращаться. После этого будут уже другие части. Типа Rivals меня просили. Еще какие-то части, которые я даже не проходил никогда в жизни. Hit я проходил. У меня есть опыт, скажем так. Unbound я купил давно, но так и даже не скачивал. Это все для интриги, чтобы я зашел и в первый раз окунулся в эту игру, во всю эту атмосферу. Блин, почему он RX? Я хотел бы, чтобы он был RTX. Нет тут такого никнейма? RTX, было бы нормально. А так вы еще и догоняете меня. Не, я понимаю, что я не супер водитель, особенно с такой управляемостью. Было опасно. Вот вообще врезаться опасно, потому что одна авария, ты можешь слить гонку сразу. Вроде бы в ППГ сложность не такая уж и высокая. Мне кажется, она даже ниже, чем в оригинальной игре. Особенно с копами, как вы помните, там вообще можно на шипы наехать, и будет тебе нормально, ты их тупо протаранишь. А, это же ГУЛАГ еще. Ну да. О! Я перевернулся! Два раза перевернулся! Блин! Это легендарный момент. Только меня из-за этого обошли. Хотя бы нитро есть. Ну что, камбэк. Надо потеть камбэк. А все из-за того, что я слишком быстро ехал. Две машины трафика. Чтоб наверняка. Опять ты? RX или кто-то там? Punisher? Да нет, Punisher это вроде бы BMW была, нет? Или я что-то путаю? Тут важно, чтобы они в меня не влетели. А то опасно. Да, мне кажется, мои соперники в Hot Pursuit Challenges ехали не так. Они ехали с той стороны и меня в итоге догоняли здесь. О, давно вас не было. А куда вы там пропали, Купер? Почему молчим? Он, наверное, сам не ожидал, что... А, все-таки ожидал, да? Что запалит. Вот это плохо. О, это помешает моим преследователям. Надеюсь. Вроде помешало.
Арестуйте там их, пожалуйста. Они злостные нарушители. Они меня кибербуллят. Кибербуллинг запрещен. Попы сегодня на моей стороне должны быть. Плохо то, что нет ни закиси азота, ни спидбрейкера. Я так объеду. Надеюсь, что мои соперники не смогут догнать. Тут опасный прыжок. Да откуда здесь берется трафик вообще? Ладно, еще копы там иногда... А можно узнать, как это только что произошло и... Да, и как он там не перевернулся. Это было очень опасно. Так, я уже все набрал. Подписчиков набрал, премию набрал. Что еще надо? Ну, разве что просто протаранить парочку копов. Или проверить, вылет я на заправке, кстати. Мне это уже не грозит. Давайте проверим. Вот если вылетит, ну и все равно будет. Давайте. А то мне писали, что на английской озвучке не вылетает. На самом деле это от версии зависит, а не от озвучки. Причем здесь озвучка вообще? На русском тоже можно врезаться и нормально будет, не вылетит. Ой, какая... А где он умер? Какая потная была погоня. Ну привет, Иден! Так он же вроде бы ютубер, нет? Пощечина в лицо, или как там, по лицу, ну вы поняли. Окей, слушай. Слэп известен тем, что у него жесткие навыки вождения, и он заработал этим свою репутацию и фанатов. У него есть много фанатов на улицах, и они не хотят смотреть на то, как ты... унизишь его, типа такой новичок, как ты. Но если ты действительно хочешь отомстить Куру, ты знаешь, что тебе нужно все это сделать. Увидимся на финишной прямой. Так, или на финишной линии. Да, типа того. Я, пожалуй, возьму все-таки Римок, хотя он довольно имбовый, но в прошлый раз у нас просто ревертыш был, поэтому какой смысл? Два раза одно и то же. Я ж любитель разнообразия, стараюсь как бы для вас, чтобы разные машины были. Да, поехали. Спринт и спринт. HWY-2001 и канализация. Это что такое HWY-2001? Я не шарю. Объясните, пожалуйста. Это ж камикадзе, да? Вроде бы. Не, подождите. Я уже начинаю забывать и путаться. Вроде бы да. О боже, вот это из-за физики смотрится очень тупо в катсценах. Тут же в катсценах тоже физика поменялась. О! Там как бы грузовик был с бревнами. Он даже в катсцене присутствует. Интересно, он сейчас сзади будет? Слэп Трейн, ну привет. Нет, к сожалению, пропал. А, здесь же нет такого понятия, как переключение передач. По крайней мере, до 200 такого даже нет. Ну, слишком имбовая машина. Причем ее дают так рано. Это даже лучше, чем Ламба у Минга. А Минга это, кстати, следующий вроде бы, да? Не, подождите. Ну да, это сейчас Камикадзе. До этого была Джевелс. А потом будет Минг. Все правильно, если я ничего не путаю. Вот так вот. Давно проходил Most Wanted обычный. Не, ну это слишком легко. Посмотрите на это унижение. А я, наверное, все-таки вебку передвину, потому что я как-то сместился внезапно. Ну, вроде типа того. И я, кстати, не знаю, правильно ли записывается звук, потому что мне кажется, он тише стал. Я на монтаже, конечно, поправлю. Но сейчас, вот первый раз, когда записываю после всех этих изменений, когда я там пофиксил звук, пофиксил ОБС... Да и вебку тоже. Казалось бы, вроде бы... Это была сейчас лучшая подстава. Он подкупил какого-то человека, который решил пожертвовать собой. Тут есть третья передача? Кажется, нет. Насколько это? На 600 метров впереди. Надо было более подходящую машину взять для этого соперника. Потому что чувствую, на Римаке можно всех одолеть.
И это же я его еще не прокачал. Его можно было еще прокачать. Блин, не послушаю Куру, который говорит про спидран. Это всегда приятно. А копы настолько в шоке от того, что я пронесся на такой скорости, что тупо молчат. У них тиль. Или он даже не понял, что я еду. Я настолько быстрый, что пролетел как молния. Или как ветер, вернее. И это все. Это все, чем меня порадует. Хе-хе-хе, кто-то попал. Или типа того. О, кстати, хороший финиш будет. Нет, почти, почти. Если бы я врезался в него, то было бы четко. Поехали. Начинаем в канализации? А, нет, не в канализации. Почему называется Sewers тогда? Это ж можно его подставить и в отбойник толкнуть. Если я, конечно, смогу это сделать. Кстати, да, у него же Infiniti G35. Это моя тачка. Вообще-то, это моя тачка. Надо было ее же взять и на ней его унизить. Я бы даже заморочился и прокачал ее, но уже поздно. Я просто по характеристикам превосхожу его, наверное, раза в два. Поэтому, ну что это, да, скрипты ему, конечно, помогают, но не так, чтобы сильно. Ой, сорян, дружище, сорян, бывает. Как тебе такое? Идеальная подстава. Правда? А, нет, едет, едет. Я же вижу, там на мини-карте вроде бы ехал. Кто его знает? А, вот, через канализацию поедем. Спасибо! Но это почти что была поездка на крыше. А я даже не на перевертыше, не на холдене. Опасно. Тут очень опасный поворот. И вообще не стоило даже поворачивать на самом деле. Надо было... Релакс, релакс. Он все-таки попал туда. Ловушка Джокера сработала. Причем я даже толком и не пытался. Интересно, попадет ли он на погоне лом. Мало ли. Заденет вдруг еще. Как же его носит Римок. Причем это концепт, по-моему, да? Концепт чего? Я не шарю, что это за модель вообще должна была быть прототипом. Ой. И фризы очень опасны. О, вынос мусора только что в прямом эфире был. Хотя нет, это не прямой эфир. Это запись, но неважно. А, он еще водонапорную башню на себя скинул. Сам. О, видели? Коп только что испугался и специально отъехал. Понял, что своя жизнь дороже, чем какой-то дурачок бешеный на Демси. Ого, кто-то коп с лагами перемещается. Читы какие-то или что? А что по максималке? Я же ее так и не тестил. Вот сейчас будет возможность. Хотя, конечно, у меня не максимальная трансмиссия. Я же не прокачивал еще. Нет таких деталей пока нет. А ну. Максималка 323. Как и в стандартном Most Wanted'е на самом деле. С такой подвеской. Ой, подвеской, трансмиссией. Ух. Отличный финиш, перехитите. Как же красиво получилось, я сейчас нитро тут. Мне вообще нравится финишировать с нитро. Перехитите. Потрачено. Это Slap Train. И кажется, он не успел на поезд. Да, это... Странная шутка, но вы поняли. 6 жетонов. И в первом сразу же будет машина. Нет, это не та машина, мэтр. Не та. Мне нужна другая. О, ну ладно, во втором жетоне. Какая в принципе разница? У нас 4 еще жетона. Вот даже 3 осталось. Бесплатный выход из тюрьмы. Что здесь написано вообще? Жетон бесплатного выхода из тюрьмы. От монополии. Он очень, типа... Полезный. Но тебе это и не нужно, правильно? На самом деле нужно было один раз. Если вы помните, как меня повязали в этом прохождении. Единожды пока что. Только первый раз. Но это было по моей вине. Гиперсофты. Что такое гиперсофты? А, ну по значку можно понять, что это шины. Но все-таки, почему именно так? А ты кто такой? Тоже очередной ютубер-стример. Бурим. Риолу? Кто? TM2020 Car. Фотобилеты у него сила. Риолу — это бросающие вызовы, или как это, ну типа того, спидраннер со скиллом, способный посоперничать с Куру. Доминируя на трекмании Турбо с мировым рекордом на 200
заездов, правильно? Он перешел на Most Wanted для более репетитивного геймплея. Типа, в Most Wanted ты же заучиваешь маршруты и постепенно начинаешь все лучше и лучше спидранить. Хотя не только в нем. Кто это такой вообще? О, я помню это интро, не знаю, правда, откуда. Но я помню его. Возможно, он был в первой версии ППГи. Это напоминает старые интрухи, еще с тех времен, когда на Ютубе все так делали. Хороший голос у него сразу чувствуется. He is Mr. Streamer. Mr. Streamer. Вот это вот у меня такая кличка была пару лет назад. Mr. Streamer. А будет ли он сам вообще? Явно из какой-то игры, но я могу ошибаться. А, Twitch Prime, серьезно? Twitch Prime. Так он все-таки не ютубер, он стример на Твиче. У полиции Кокпорта есть НЛО. Это не из GTA? Потому что в прошлый раз была какая-то... Был какой-то звонок именно из GTA. Я тогда сразу еще сказал об этом. Но не понял, что это было именно оттуда. Crash FM. Может быть, это из GTA, хотя... Не знаю. Вы знаете, здесь есть больше машин Точнее как, в воздухе больше машин, чем птиц на самом деле. Аккуратнее, люди. Мне придется купить шлем. Диджей Атомика прячется под столом. Парковка — это скучно. Никто ведь не любит парковку, правда? Неправда. Я сегодня видел, точнее вообще, я видел машину, которая паркуется в какое-то одно и то же место на скорости 100 миль в час. Вот что мы делаем в Paradise City. Это диджей Атомика вещает вам на Crash FM. Так это получается... Из Burnout Paradise, в которую я, конечно же, не играл, но, может быть, на канале мы еще поиграем. Надо будет детально с ней ознакомиться. Возможно, после NFS. А может быть, параллельно. Посмотрим. Там еще GTA-шки будут. Так, SMS-ка новая. Обновление по поводу твоей Java-машины. Как ты там? Я все еще занят тем, что восстанавливаю твою Java-машину. Фуру действительно прокололся с ней, правильно? Я попробую поискать помощи у Redfire. Он все-таки построил эту машину. Ну или сконструировал. Вроде бы ее именно. Мы будем стараться изо всех сил, но это не будет так скоро, как ты думаешь. Поэтому придерживайся пока своих тачек и зарабатывай победы. Увидимся. Иден. Да, как я и думал, Java машина будет доступна только под конец данного прохождения, что было бы логично. Давайте все-таки возьмем его тачку, правда у него точно такой же... Где она вообще? Infiniti G35, но правда... А, он даже хуже! Конечно, можно прокачать, но блин, такое, если честно. Я тачки боссов прокачивать не буду, у меня такая вот тема. Я их оставляю в стоке, чтобы потом сравнить можно было между собой. Но она слабее. Разве что уникальный винил. Хотя, вы знаете, в этом моде возможно всякое, и будет забавно, если данный винил можно тупо установить при кастомизации. Так что возьму пока на пару гоночек, все-таки обкатаем, хотя данную машину я уже изучил вдоль и поперек. Да, поехали. Что нам было сказано... А, набери эти числа, чтобы вызвать Минга. Это ж номер 6, это Минг. Спринт, толбут. О, как насчет резинки? Как насчет честности? Давно не было честности. Хотя, конечно, в первой гонке сегодня она присутствовала. Но это не та гонка. Все, все, я готов. Это Эклипс. В этом моде есть Эклипс. А почему Infiniti такой имбовый? Серьезно, у меня настолько же быстрая машина была? Да нет, это бред. Или я отвык
Или у боссов действительно они подкручены. 317. И это еще и прокачка хуже, чем та, что у меня. Сколько они там набрали? А, ну примерно как я. Но все равно. Это настолько имбовая машина, оказывается, у меня все время в гараже стоит. Ой, ой-ой-ой. Опасно. Хорошо, хоть там не было никакого радара или фотобилета. Под эту песенку в конце будет зажигать Райан Купер. О. Да ездился ты. Кстати, я походу копам еще подставил их там. Они в него влетели. 218. Нейт Денвер. В Про-стрит иди. Хотя, конечно, если он проигрывает в Про-стрите, то это позорище. Лучше пусть в Most Wanted будет. Хотя бы нелегальные гонки. А что по максималке? Почему тут максималка больше, чем у моего электрокара? А как же Римок? Он вроде бы быстрее по разгону, но по максималке он сливает. Или это все-таки тачка босса такая подкрученная? Непонятно. Неужели мой Infiniti настолько мощный? Ну да, я его уже использовать не буду, потому что надоело. Да, давай еще перевернемся. А, это ж та честная гонка. Это та честная гонка, где на стоке меня постоянно уделывали. На кобальте, когда я проходил. Хотя, может быть, я еще не на кобальте. Не, я здесь был на Рыксе. На Рыксе 7, я, кажется, проходил. Прохождение на стоке. Эх, мани, бро, 144 тысячи получаем уже. Как там копы? Они же вроде бы меня не видят. Все правильно? Откуда вы знаете, что я здесь? Хотя да, меня ж типа видно, но... А, там еще упало все. А я прямо здесь охлажусь. Охлажусь. Именно. Именно так. Опять эти пули, которые на самом деле шипы. Что у него с лицом? Они специально такие фотки делают, да? Самые лучшие выбирают. Давайте еще батл рояль в виде восьмерки, причем какой-то странной восьмерки. Я не могу это проигнорировать, это уникальная гонка. О, трое уже уехали. До свидания, еще BMW тут. Мне кажется, там кобальт уехал, нет? Почему я быстрый старт поймать не могу? Golf is better. Не, ну гольф нужно выиграть. А что они там делают за картой? Значки не исчезли даже. Смотрите, как я лихо обойду сейчас. Воп! Golf is better идет в таверну. Да, только вот BMW еще осталось. А, все, пропали, да? Или его телепортнуло? Нам надо будет посмотреть на миникарте потом, на записи. Мне кажется, что его тупо телепортнуло. Как-то слишком они отстают. И да, это гонка про честность, как я и люблю. Тут шикарная честность. Что бы я ни делал, скорее всего, буду всегда на втором-третьем месте. Потому что скриптов не существует, особенно на поворотах. А здесь одни повороты. Как мне еще лучше можно это проехать? Фен, ошибка строки. Он только что вылетел. Его были... Точнее, его не были, его уничтожили, да. Кто его там ликвидировал? Сам, наверное, умер. Он не выдержал этот позор. Вообще, я вижу, разрабы и за это шарят. За фенка ошибка строки. Оздевер? Серьезно? В этом моде есть Оздевер? Я уже забыл, когда последний раз с ним общался, если честно. У него такие классные моды были. А я большинство даже не снял. Блин, походу я еще и вылетел. Ну что, вы готовы к тому, что я сейчас вылечу? Я уже приготовился. Ты отлетел! Ну ничего, я не буду соперников менять. Здесь, оказывается, Дариус есть. Гапариус вонючий. Где он вообще? Какой он там по счету? Пятый? На чем он вообще? Это Поршики или это...
Или я путаю с кем-то? Гольф! Почему ты такой имбовый? Ты что, реально топ? Наверное, в этом моде гольф подкрученный. Специально для кур. А еще BMW топ. Но BMW, ладно, это классик. Джави Нитро. Даже со спидрейкером, если поворачивать, я не могу их догнать. Это невозможно. Какая честность. Ну хоть гольф не может уже обогнать. Хоть что-то хорошее. А, у него здесь слэп написано. Почему не слэп трейн, а просто слэп? Ооо, спасибо, коп. Не надо. Ну спасибо. Хотя я все-таки воспользуюсь. Скрипты тебе не помогут. У меня есть копы, сегодня они за меня. На повороте ты меня уже не обойдешь. Главное сразу их уделать, обойти, и тогда будет все окей. А, заграждение поставили. Причем поставили его там, где я даже не смогу опробовать, что это такое. О, наказанного наказали. Как бы это странно не звучало. Как же вы задолбались со своими скриптами. Но я был к этому готов. Я же сказал, пора немножко нюхнуть честности, скажем так. Асдевер опять отлетел. Но здесь никто не выживет. Если я выиграю, то все они отлетят, к сожалению. Я думал, остался гольф, но гольф-то тоже вылетел. Интересно, кто был на гольфе? А может быть, Оздевер? Это последний поворот. Последний поворот, на котором я решил зачем-то выбрать странную траекторию. Это со второго раза? Всего лишь со второго раза? Это несерьезно. Эту гонку даже невозможно было прочувствовать. Нюхнуть честности невозможно было. О! CBT. Драк. Я готов к честности. Еще одной. Ну, вроде бы, здесь ничего не меняли. Драк так и остался обычной гонкой. То есть даже количество ботов, ну, в смысле этих машин трафика, оно не подкручено. Можно наизусть все выучить. О, как все четко. А что если с первого раза пройду? По-моему, они там все врезались. У меня такое ощущение, что они все врезались. А, нет. Фенка, ошибка строки и наказанный. Данте выжил. Легко. А, я думаю, в смысле, это он такой музыкой меня приветствует? Нет, это просто текст. Safe and sound. Да, но я не буду это читать, это слишком долго. Там целая статья какая-то на Википедию пошла. Есть еще один CBT, не? Может резинку выполнить? Тут нормальные бабки платят уже. И надо бы паузу поставить, потому что уже 10 минут прошло, и я не хочу, чтобы потом звук отставал. Так что, секундочку, сейчас вернусь. Ну что, вы готовы? Поехали! Украденная дрель! Хороший ник! Good boy gamer. Киван или Кеван. Ох, Сидж. Кто? А, ох, Джи. Язык сломаешь. Ну, украденная дрель мне нравится. Почему я не сократил? Топега пресс, мне кажется, звучит еще лучше, чем всякие украденные дрели. Это классика. Это знать надо. Может быть, я, конечно, уже задолбал всех со своим презом. Но это была легендарная встреча в первый раз, когда я проходил. И он попался мне в прохождении. Я еще тогда шутил, типа, почему презы, а не прессы. Да, были такие времена. Это уже символ канала. Это как Нигель. Но Нигеля немногие помнят.
Это же было из второго андеграунда, правильно? Там был Найджел какой-то, я его читал, Нигель. Понимаете? Я вроде бы в английском более-менее, да, вот перевожу что-то. Сейчас бы Найджела прочитать как Нигель и даже не понять этого. Или я специально это сделал, я уже не помню. Но мне кажется, что я тупо не понял даже. Что, простите? Ты что, машину купила, скилл нет? Не, на Infinity даже в даунгрейдженном виде это Infinity тащит. Она ж слабее, чем моя. Сколько? 1520 я набрал скорость? Такое, конечно, да. Шансов у них не было. О! Я это, наверное, никогда не дослушаю, потому что все время гонка заканчивается раньше. Они, кажется, выбрали неправильную дверь. Battle Royale! Это мне уже нравится. Что это вообще такое? Это где? Это возле автостоянки? Кибертрак. Который даже... Что? Неважно. Я думал, их здесь двое, но нет, он один. Коллектор. Идна или Эдна. Ну, наверное, Идна. А вдруг Иден в гонке поучаствует? О, читер за картой. Ты думаешь, я тебя не замечу? Попался. Правда, конечно, он ничего не выигрывает этим. А что? Классная гонка. Такого не было в оригинале. Modern 9000. Modern 900. Хорошая цифра у меня. Рэй Кригер. Кто он там? Король спринта? Я не помню. Или король скорости, что-то такое. Мусор ты, а не король. О, я взорву заправку, чтобы игра вылетела. Но она не вылетит. 8 кругов. Причем тут никто не вылетает. Правильно я же понимаю? И что случилось с тем, кто был за картой? А, ну правильно, это ж... Не, вылетают. А я первый, мне все равно. Пускай вылетают. Так мало машин трафика. Потому что им тупо некуда уместиться здесь. Классная гонка. Вот такое я проходить буду. А вот эти толбуты, которые вообще ничем не отличаются. Ну, контрольные точки в смысле. Какой смысл, если вы их видели в оригинальной игре? Кибертрак наваливает. Но я наваливаю лучше, у меня есть спидбрейкер. И занос. Оп. Учитесь, студенты. 15 секунд ровно. Учитесь, насколько у меня все рассчитано. Это ж при том, что я еще и буксовал немного. И дрифтил. О, какой красивый поворот получился. 15.43. А, ну да, на этот раз было хуже. А как так-то? Я же лучше повернул. Или скорость меньше была. А, наверное, нитро закончилось. Ну да. Рекорд я уже не поставлю. Не, классная гонка. 15.29. А теперь, когда нитро нет, каким образом я быстрее проехал? Фейл кто? Они отстают, чтобы вы поняли, на 800 метров, хотя находится сразу позади меня. 800 метров, то есть там минимум несколько кругов. Это нет, это странно. Один круг, наверное, а не несколько. О, испанец, почему ж ты раньше не играл, дружище? Nightclub Remix и Soul. Толбут? Нет, толбуты я проходить пока не буду, хотя спринты тоже... Выбора не остается. Спринты вроде бы тоже не отличаются. Давайте начнем тогда спринты проходить. Если вдруг понадобится... Или там... О! Еще один Холден. Привет, дружище! Но тебе не поможет эта тактика. Только у меня она работает. Только я могу на нем карать. Так вот, да, если все-таки придется, то я буду проходить контрольные точки. Но напоследок. Буду оставлять их на последние гонки вообще. Симон Бейли. Опять копов вызовешь, да? В прошлый раз было точно так же. Ты вылетела, и сразу копы появились. Вообще будет забавно, если копов в этой гонке не появится никаких. Потому что они не хотят трогать свою и мешать ей побеждать. Но я снова ее унижу. И она вызовет копов.
100%. Правда, чтобы это узнать, нужно, чтобы гонка закончилась. Для меня уже прямо интрига. А что если гонка закончится и сразу будет разговор полицейских? Она что, последняя? А, нет. Ну хотя бы не последняя. Хотя бы, как это говорится, спасибо, что не на последнем месте. Ты что о себе возомнил? Как тебе такое? Понравилось? Это идеальная подстава. Я буду каждого из вас так таранить, если вы попытаетесь меня обойти. Он был наказан, правда, скрипты ему помогают, и он почти что догнал опять. Ну, гад. Я это слышу. Кстати, недавно проходил все-таки, наконец-то, в первый раз The Last of Us на ПК. Какая же это офигенная игра. Да, может быть, мне стоило бы ее снять, потому что я никогда ее не проходил до этого. Видели бы мои первые эмоции, скажем так, но я чувствую, что просмотров было бы еще меньше, чем на Half-Life, так как эту игру уже, ну, лет 10 все знают, правильно? Она же вышла в 2013 году. Но игра офигенная. Если вы не играли, то даже не смотрите прохождение, лучше поиграйте сами. Хотя, конечно, она требовательная. Я играл на 2060 на средних настройках с DLSS. Full HD. Потому что если без DLSS, у меня там иногда 30 FPS было в моменте. Игра еще под AMD оптимизирована, так что Жоня там вообще на седьмом небе от счастья был, когда запускал у себя. Кстати, куда я поехал? Кто-нибудь знает? А можно я так проеду? Не засчитает? Я надеюсь, что да. Засчитало. Ух. Прикиньте, если бы я из-за этого гонку слил. А что это такое может быть? Хотя я еще не закончил ее. Ох, какой дрифт пошел. Представляю, как я буду дрифтить в GTA 4 с той физикой. Хотя в пятерке тоже можно нормально дрифтить. Но мы еще не скоро там будем. Как минимум у нас еще Liberty City Stories, Vice City Stories, Vice City, San Andreas. Только потом уже четверка. Но я пока не знаю, как мне пройти этот Liberty City Stories. Потому что можно PSP версию скачать. Но она же хуже по графике, чем PlayStation 2. Да и эмулятор PlayStation 2 все-таки получше будет. Вряд ли он запускает образы из PSP. Ну, правильно, потому что он для PlayStation 2. Он даже... Это что за подстава? А, там нужно было налево сразу. Нормально. Просто я думал, он может запускать и с PlayStation 1. Но нет. Я это... Никогда еще так не ошибался. Поэтому приходится два эмулятора на компе держать. Еще одна гоночка. Еще один спринт. Сколько там вообще нужно гонок? Может быть, это последнее? NFS хит реклам. Спасибо, что сломали ППГу. А, причем они это сделали дважды. Первый раз в катсцене, второй раз уже в реале. А я что, могу выбрать, куда ехать? Тут нет неоновых барьеров. Это нормально? Мне дают свободу действий. Grand Theft Aero. Макалистер. Кто еще? Спас... GR кто-то там. Ноунейм какой-то. Хотя наверняка это я ноунейм. Все они известны. Классный поворот. Я еще неправильно поехал. Конечно. Называется сориентируйся сразу. Блин, только не в заправку. Ну, в смысле, не то чтобы там вылетит. Просто я не хотел врезаться туда, где я ничего не сломаю. И потерял бы всю скорость. Так уже лучше будет. Пускай я слил немного Рикси 8, но оно того стоило. Как-то сегодня довольно быстро все идет. Я почти не туплю. Гонки прохожу со второго-третьего раза максимум. Причем это самые потные. Да-да-да, давай, визжи. Больно тебе? Хорошо, что это спринты. Ну, типа, не нужно круги наматывать. Сразу победил, да и все. Еще и копов не хватало. Я надеюсь, что они тупо не успеют появиться. А прикиньте, не было бы контрольных точек, я бы сразу повернул налево и срезал бы 60% гонки. Эх, мечты.
я так понимаю, у него вызов на экране появился. Как у них звучит сбой бортового компьютера? На английском. Вот это интересно. То у них постоянно там, как не сбой компьютера, так... Я его не вижу, где же он? Он пропал. Во-первых, я сразу не обратил внимания, что там танки стоят. А, так это они специально ломают каждый раз. А во-вторых, там нужно было вообще-то направо ехать. Вот это подстава в гонке, вот это я понимаю. Но это уже слишком. Кто-то влетел в отбойник. МакАлистер. Это случайно не Рекса восьмая была? А, так там их двое вообще. Они, наверное, друг другу мешают еще. Километр разницы. Не чувствую. Не, все, на этот раз я серьезно буду проходить. Конечно, только у меня трафик так появляется. Ох, хороший поворот на этот раз получился. На опыте уже. Вот так я хотел изначально сделать, но чуть-чуть не вписался и пришлось там выруливать. А теперь копы решили появиться раньше. Естественно. Он еще сам себя убил. Хотя, возможно, это был как раз таки тот гонщик. Наказал копа. Я бы за такое сразу в тюрьму бросал. Но они только меня преследуют. Им нужен только я. Да ё-моё, что же вы все так... Так и хотите в меня влететь? И копы, и вот эти бешеные водители. Это опять-таки опасно. Главное не провтыкать в туннеле поворот направо. А то в танки можно влететь. Мало того, что я их снес каким-то образом, так еще и дальше ехал. Меня это не смутило. Подумаешь, там поворот был. Я же смотрю на мини-карту. Нет никаких барьеров неоновых. Причем специально их нет, чтобы ты точно ошибся, если не смотришь на мини-карту. Вот как я должен без мини-карты понять, куда ехать? Реально. А если я не хочу мини-картой пользоваться, если я хардкорщик? Это как, знаете, там, допустим, в Мафии какой-нибудь или в GTA не смотреть, куда ехать на мини-карте, чтобы ориентироваться по местности. Даже есть игры, где можно интерфейс отключать. Я вообще как-то проходил Far Cry 4, ну не полностью, вообще проходил чуть-чуть, без интерфейса. Это было просто такое хардкорище, такой пот. Да, нормально там подставу сделали с танков. Интересно, будут ли копы на танках, но я не хочу спойлеров, поэтому лучше не нужно об этом писать. Если увижу, буду приятно удивлен. Ну где там тот финиш уже, ё-моё. А вот он. Я надеюсь, это была последняя гонка. И красивый финиш. Ну, чуть-чуть не хватило, я бы вот так вот финишировал. Все, тут уже все выполнил. Что там по времени? Сейчас посмотрю, сколько идет серия. И, наверное, пройдем еще два фотобилета. Копов уже оставлю на следующую серию. Я сейчас послушал этот хардбас. Там такое вообще. Хотя вы это и так слышите. Так вот, да. Серия идет как раз таки столько, сколько и нужно. То есть я пройду фотобилеты и закончим ее. Надеюсь, мне хватит скорости, потому что они довольно коварные. В таких местах стоят. Тут нужно 170 вроде бы набрать, да? Нет? А сколько нужно? 180. А я не набрал, да? Мне чуть-чуть не хватило. Хорошо. Воспользуемся лайфхаком. Я тут недавно видел, там для Black Mesa вышел перевод. Озвучка официальная. Типа, ну, не официальная, на русском озвучка. Я же его проходил и читал субтитры. Да, я это не пройду, короче. Нужно будет с другой стороны начать. Так вот, почему это все выходит только тогда, когда я уже прошел? Хотя я говорил, что типа оригинал лучше будет, да. Я бы все равно выбрал оригинал. Просто обидно. Давайте тогда этот фотобилет. Два выполню, не три, потому что три это уже лишнее будет. А копов оставим уже на следующую серию. И как раз будем сражаться с боссом очередным. Это уже топ-6. Останется не так уж и много. Потом финал.
и серия состязаний, которая будет не менее интересна, чем сюжетная линия в этом моде, из-за наличия разных транспортных средств. Особенно самокат. Хотя там наверняка будет чем еще меня удивить. Я только о самокате знаю, потому что где-то случайно натыкался на это. 250, да? 250 набрать надо. Я даже нитро использовать не буду. Я унизил копов и их фотобилет. Что? Новый гольф? Не тот самый? Так все-таки у него новый получается гольф, а не тот же. И он мощнее будет. Насколько я помню, у него, кажется, гольф будет в расцветке BMW. И с винилом тоже BMW. Он типа новый, да. Эй, приятель, кажется, кто-то очень жаждет этот топ-1 получить. Ты себя не обнадеживай, у тебя нет шансов против моего нового гольфа. О, так ты не слышал? Твое щедрое пожертвование поспособствовало, или точнее пошло прямо в фонд Куру. И теперь я катаюсь на улицах на своем новеньком немецком автомобиле, скажем так. И скоро я нагну тебя. Осторожно. Ну, типа того, да. Машина... А, машина из eBay продана на eBay. Прикольно. Это как это... Так звучит тонко. Или даже многослойно, я бы сказал, да. Сейчас бы объяснять за многослойность. Такое. Все, будем на этом заканчивать, я думаю. Сохраняемся. Java Dub, как раз на этой песне можно было бы и закончить серию. Это была 10-я серия прохождения PPG 2.0. Наверное, в следующей серии я уже буду гоняться на другой машине, так как Infiniti это, по сути, та же тачка, что и была. А брать какую-нибудь другую машину из предыдущих уже не имеет смысла. Наверное, все-таки купим что-нибудь новое. Если, конечно, не буду использовать машину нового соперника. Ну, топ-6 который. Все, это был Dempsey и PPG 2.0. Надеюсь, вы не забыли поставить лайк, написать приятный комментарий и также оставить свой совет. Ждите GTA-шки, они обязательно будут. Правда, не знаю, в PlayStation 2 версии будут сторисы или PSP. В этом мы уже, наверное, разберемся. Все, спасибо всем за просмотр. Это был Dempsey и PPG 2.0. Всем пока!